Социальный проект «И сердце делим пополам» подружил два брянских госучреждения. Недавно гимназисты и Снежки под руководством своих наставников провели очередную благотворительную акцию. Начиная с 1 августа 2017 года мы принялись за работу. В сентябре работа наша уже воплотилась в проведенную прекрасную, такой ярмарки у нас еще не было, сладкую ярмарку, сбор макулатуры. Более 3 тонн собрано, это тоже за последние 10 лет рекордное количество килограмм, собранных ребятами нашей школы. На собранные деньги купили давнюю мечту сотрудников детской областной больницы – теплый ковер. Теперь все вечера малыши из пульмонологического отделения проводят в уютном холле. Также школьники и учителя привезли красивые емкости для цветов. Растения в новые горшки пересадила 9-классница Вероника. Я вообще люблю заниматься цветами. Этому приручила меня бабушка. И когда мне дали такое задание, я с ним справилась. Гимназисты часто навещают ребят из отделения пульмонологии и уже на уровне взрослых знают о заболеваниях дыхательной системы. Я выяснила, что бронхиальная астма является довольно-таки распространенным заболеванием. В России от него страдают 900 тысяч человек. Теперь задача участников акции – приобрести пылесос для отделения, чтобы новый ковер всегда оставался чистым. Я очень благодарна их учителям, потому что дети учатся жить не только для себя, но и делать какое-то, нести добро и другим более нуждающимся, больным детям, как в нашем случае. Впереди Новый год. Юные благотворители строят планы, чем украсят отделение детской областной к празднику. Александра Седачева, Владимир Сидоров. События, Брянск.